Go crazy. Go stupid. Go crazy. Go stupid. Go crazy. Yeah. Go. Аяо. Так, мне надо еще скин поменять. О, другое дело. Давно меня не было, не так ли? Сегодня я приготовил новый видеоролик. Прямо сейчас мы будем делать новую авиасборку в Гаррис моде. Итак, скачиваем любую авиабазу, например, ВАК Аэрокрафт. И на этом все. Всем пока. Дорогой дневник, мне не подобрать слов. Шучу. Но я не шучу насчет авиасборки. Мы действительно будем превращать Гаррис мод в аркадный авиасимулятор. Плевать, что у нас маленькие карты. Главное это то, что у нас все получится. Но я вообще-то могу и скачать коллекцию из мастерской Steam. И вообще, у меня мощный компьютер, а ваша коллекция у меня лак... В мастерской есть множество авиааддонов, позволяющих вам летать. Однако мы заострим внимание на ВАК Аэрокрафт и ЛФС, просто потому что я могу и хочу. Если вы вообще не шарите за авиамоды, то рекомендую начать именно с них. ВАК предлагает вам серьезное управление моделью. В нем вы реально почувствуете тяжесть летательного аппарата и, более того, поймете, что четкость и аккуратность превыше всего. ЛФС — это аркадный прикол, где управление не такое сложное, как в первом аддоне, но что поиграть с друзьями под пивко — это самое то. А зачем нам тогда два аддона? Затем, что вы сами для себя определяете, какой аддон будет для съемок и постеров, а какой для игр с друзьями. И вообще, вам ничего не мешает их объединить и играть сразу с двумя базами. Вообще-то я ЛФС использую для своих сериалов и постеров, а ВАК для... Прежде чем мы продолжим, я хочу вам сказать страшную тайну. В этой сборке не будет никаких Звездных войн. Мастерской миллион кать... Ну, как миллион-то? В мастерской множество качеств... Не множество. В мастерской приличное количество летательных аппаратов. По сути, вам проще просто самому найти эти модельки, но я выделю самые качественные и мощные. Авиамоды, в принципе, страдают от многих карт в Гаррис моде. Местность не позволяет летать, да и вообще, вы видели высоту карт? Благо, в мастерской есть на что посмотреть. Сразу же отмечаем GM Fork. Карта достаточно большая и красивая, есть где разлетаться. Вертолеты здесь вообще будут чувствовать себя прекрасно. Если же вам надоели леса, то предлагаю взглянуть на альтернативный вариант GM Fork. Представляю вам высушенные земли, пустыня. ВАК Сент. Идеальная карта для тренировки ваших летных навыков, будь то работа по целям или обычное пилотирование. Настоятельно рекомендую изучить эту карту. GM Balkan Snow. Достаточно приличная карта по размерам. Представляет собой зимнюю карту, где есть несколько баз, с которыми можно взаимодействовать. Теперь мы все это дополним визуалом. Скины. Ну, тут на самом деле вы все сами решаете. Компас, ну, чтобы просто не потеряться. Лайфмод, чистый внешний вид, это вы сами настраиваете. Ну и не забудьте дистантирование. Настоятельно рекомендую вам его настроить. В будущем хотелось бы заснять какой-нибудь машинему или даже геймплей с этой коллекции, но не сейчас. А почему? А потому что у нас завтра стрим. Мы вас всех будем ждать завтра. Мы будем играть в The Jackbox Party Pack 3. Да и просто пообщаемся с вами. Так что заходите, мы будем вас всех ждать. Да. Завтра должно быть весело. Это, кстати, запланированный стрим, потому что у нас как бы, ну, юбилейчик. Мы будем праздновать, вообще-то, между прочим. Да. Ага.